Привет, друзья! Я не буду сейчас рассказывать, что это за канал, вы и так все знаете. Сегодня у нас на обзоре, по вашим просьбам и заявкам, пистолет от компании Safari, пистолет под названием Шторм. Калибра 9 мм под травматический боеприпас. Но я думаю, что будет честно, если мы на обзор притянем не просто обзор пистолета, а сделаем его на фоне ближайшего конкурента, как по цене, так и по ТТХ, на фоне Форта 17-го. Из новых, ну это относительно новый, это пистолет 18-го года выпуска, 19-го они немножко отличаются. Итак, сегодня на обзоре у нас пистолет Шторм против пистолета Форт. Я не буду говорить, что мы сегодня будем пытаться делать противостояние, потому что, во-первых, немного боеприпаса при себе, во-вторых, как бы не было такой нужды, а в-третьих, у меня очень мало времени для того, чтобы делать подробный анализ. Но, тем не менее, постараемся как-то более-менее объективно оценить эти пистолеты и выявить на фоне конкурентов и на фоне друг друга какие-то преимущества и недостатки обоих моделей. Я вообще не знакомился с этим пистолетом, просто вот успел посмотреть его вживую, там несколько раз пофоткал, пощупал, но еще стрелять так и не пришлось. Итак, особенности этого пистолета. Конструктивно очень напоминает Форт. Имеет пластиковую рамку, имеет стальной затвор. Затвор, замечу, фрезерованный. Неподвижный ствол. А дальше органы управления очень похожи на классические. Пистолет имеет открытый курок. Из особенностей этого пистолета он похож с таким внешним видом, напоминает такая уменьшенная реплика Зигзауэра П-320. Что хочу заметить, давайте я покажу вам этот пистолет с этой стороны. Первое, что бросается в глаза. Пластиковая рамка, такая интересная насечка. Угол наклона рукояти несколько иной по отношению к форту. Но в принципе сидит все достаточно удобно. Это не затвор, не задержка. Это рычаг, который позволяет пистолет разобрать, снять затвор. Это рычаг сброса затворной задержки, предохранитель, кнопка сброса магазина. Замечу, что пистолет очень легко может быть переделан на левосторонний сброс, на правосторонний сброс под левую руку. Также продублирован и предохранитель, и рычаг сброса затвора задержки. Прицельные приспособления здесь съемные. Замечу, что здесь есть возможность установки базы под коллиматорный прицел. Это очень приятно. Дальше как бы, ну и планка вивера. По габаритам практически одноклассник. Он чуть-чуть длиннее Форта, ну как на самом деле может миллиметра на миллиметра. Но при условии наличия у форта бобрового хвоста этого, они по большому-то счету имеют абсолютно одинаковый габарит. Разница там незначительна. Форт даже чуть-чуть длиннее. Кнопка сброса магазина. Давайте сразу поговорим об тактильных ощущениях. Тактильные ощущения. Кнопка сброса магазина жестковата. Магазин 14-зарядный. Шахта магазина имеет, вот только что заметил, имеет такой небольшой... Шатается, можно ближе чуть-чуть показать, шатается. Небольшой такой направляющий, который, скорее всего, сделан для того, чтобы использовать магазины под 9-19. Общаясь с руководством компании, которая производит этот пистолет, я узнал, что есть эти пистолеты под 9-17, 9-18 и 9-19. И, скорее всего, вот эта вставочка в шахту магазина является вставкой для того, чтобы магазин, разработанный под 9-18, под 9-19, короче, под 9-мм травматический патрон, магазин не люфтил, раз, во-вторых, это уменьшает внутренний объем магазина и внешнего габарита, тем самым увеличивая надежность подачи патрона, потому что, как мы помним, у пистолета, например, Форт 19, при использовании магазинов стандартных, там без складки, там были проблемы с подачей. Потому здесь этот вопрос уже решен, что приятно. Дальше, он в таких спорных моментах, неразвитая насечка. Насечка, если честно, здесь... Ну, она есть, я не скажу, что она не работает, я не могу там как бы сказать, но с учетом достаточно жесткой боевой пружины, такая насечка, она как бы, ну, не идеальная, я бы хотел поглубже, но, возможно, просто придираюсь. Предохранитель, самый такой спорный момент, потому что предохранитель здесь работает в другую сторону, то есть вот у нас снятие с предохранителя происходит движение пальца вверх. Лично для меня, я считаю это определенным неудобством. Хочу сразу заметить, что если пистолет стоит на боевом взводе, при снятии, при постановке на предохранитель происходит срыв курка, но здесь не все так однозначно, потому что здесь можно камеру ближе сделать чуть-чуть. Значит, есть вот такой выступ, сейчас вам покажу, как это работает, я попытаюсь вам показать, а вы попробуйте это заметить. Вот, ну, так, сверху посмотри. Вот этот выступ, я думаю, что вам видно. Вот.
выступ, который блокирует, собственно, возможность удара курка по бойку. То есть боек в крайнее переднее положение не доходит. Ну и, конечно, сам спуск. Спуск достаточно жесткий, как при самовзводе, вот прямо очень жесткий. Это уже пистолет второго поколения. Так и, ну, а нет, ну вот на самом деле при взведенном курке пистолет имеет двухступенчатый спуск. Первая ступень очень легкая, вторая ступень, ну такая, средняя жесткость. Я не знаю, что там по весу, по усилию спуска, но особо придраться не к чему. То есть два момента, которые сразу выявили еще до начала стрельбы. Дурацкий алгоритм снятия и постановки на предохранитель, раз. И очень тупой спуск при условии стрельбы самовзвода. По форту я объяснять не буду, этот пистолет известен, он всем понятен, но если так вот, скажем, сравнивать в руках, Форд мне сидит привычнее. Сказываются корни пистолета ЧЗ. Форд мне сидит привычнее. И органы управления здесь, ну, возможно, я просто не привык к этому пистолету, к шторму. Органы управления здесь мне более привычнее. В общем, для того, чтобы долго не разговаривать, у нас есть сегодня два типа патронов. Сара Арус и Собрате. Постреляем из этих пистолетов так, на кучности, немножко в темпе. К сожалению, без таймера. Потому что обзор экспромтом, и оценим их кое-какие там, скажем, баллистические характеристики там, или тактико-технические характеристики уже в условиях нашей эксплуатации. Вперед! В тир! Я прошу прощения за некачественную картинку. К сожалению, освещение в данном тире не позволяет нам снять красивое видео, но уже как есть. Это не главное. Итак, рубеж 10 метров. Сначала стреляем из пистолета СОБР-Т. Я не буду стрелять самовзводом, понятно, что из этого ничего хорошего не получится. Вот, ну, вот он, СОБР-Т, 10 метров, патрон Сара Армс, левая мишень. И сразу же, этот же патрон, конкурент Форд, правая мишень. Тоже три выстрела. Идем к мишеням, сразу посмотрим. Собственно, Форд, Сара Армс, Шторм, Сара Армс. По поводу кучности, я скажу, почему такая разница, потому что на самом деле спуск здесь разный. Вот это чувствуется, когда ты начинаешь стрелять. И не в пользу Шторма, к сожалению. Хотя прицельные мне нравятся на шторме больше. И возможно это вопрос еще патрона. Сейчас попробуем СОБР. Заряжаем СОБР и сразу же из пачки. Так, к сожалению, под рукой ничего нету другого. Это намек производителям, если хотите, чтобы ваши патроны тоже были протестированы. Но сразу говорю, честно и объективно. Подумайте над тем, чтобы обеспечить нас расходным материалом. Патрон СОБР-Т. Левая мишень. Уже понятно. Непонятна причина. Непонятно. Затвор застыл в крайнем заднем положении. Так. Ну, снимаем еще одним дублем. Возможно, вопрос в патроне. Скорее всего, вопрос в патроне. Смешно, но не досылает. В чем дело? Гильза выброшена. Механических повреждений на пистолете нету. Сейчас поменяем патрон. Возможно, дело в нем. В магазине.
Вопрос здесь в магазине. Точнее, не в магазине, а вопрос в том, что патрон, рампа подачи здесь, вот видите, не рассчитана. Патрон нормально не подается. Ладно, есть выход. Мы будем вставлять патрон в патронник. Все равно же интересно, как это все сработает. И подался. Так, СОБР-Т отстрелял, хоть и не без проблем. И сразу СОБР-Т на форте. Пошли отбой мишени, смотрим. Ну, плюс-минус одинаковая кучность на СОБРе. Вот, справа форт, слева шторм. Сейчас заклеим. Извиняюсь. Сейчас возьмем патрон САРАРУС. Я зарядил 3 патрона в каждый из магазинов. Потому что СОБР нормально здесь не работал. И отстреляем эти же пистолеты по очереди на дистанции 15 метров. Сначала будем стрелять штормом. Вот отметка 15 метров рубеж. Я уже немножко привык к спуску из этого пистолета. Скорее всего, первая кучность, первая серия была такой, потому что я просто не привык к спуску. И из форта на эту же дистанцию. Идем смотреть. Значит, это у нас 15 метров шторм, это у нас 15 метров форт. Ну, это как бы мой отрывчик, я на самом деле не пистолетчик, потому извините. В общем, давайте сразу, может, у нас заработает СОБР. Вдруг свершится чудо, я заклею. метров патрон СОБР. Первым стреляет форт. Дистанция 15, правая мишень. Уже я вижу проблемы с кучностью. Патроны СОБР, дистанция 15 метров. Та же проблема. На предпоследнем патроне. Ну, мы упорные. Заряжаем через патронник. Пошли смотреть, там уже интересные группы такие. Сколько тут? 15 метров ровно, да? 15 метров ровно, патрон СОБР. Шторм — это последний выстрел. Патрон, одним словом, патрон нестабильный. И вот 15 метров форт, смещение группы вправо, группа рассыпалась. В общем, параллельно с этим хочу сказать, что патроны СОБР, я не знаю, они, кажется, мощнее, потому что бодаются, во всяком случае, точно жестче. Но по качеству патрона, ну, в общем, вы сами все видели, для 15 метров уже проблема. В общем, огневой рубеж 25 метров, с травмата стрелять бесполезно, но вот так уже, чисто в прикол. Правая мишень форт. Не вижу, попало, нет. Левая мишень шторм. Патроны сертифицированы из магазина, потому... Идем смотреть, одним словом. Из 3 патронов в каждую мишень летело 2 на 25 метрах. Это обычный 45 или там сколько, 50 джоульный патрон. Это шторм.
Это Ford. Я не знаю, где третий. Где-то вышел. Ну и последний тест, скажем, тест УСМа. Сейчас я заряжу по 4 патрона, не, не по 4, наверное, по 6 патронов. И стрельну по мишеням с переносом, оценим с небольшого расстояния контроль пистолета при стрельбе. И, скажем, качество прицелить. Насколько эти прицельные позволят нам качественно обстрелять две мишени в условиях такой близкой к самооборонной ситуации. Погнали. Сейчас на удалении там буквально 5-7 метров симитируем самооборонную ситуацию. Стрельнем в каждую из мишеней по 2 сплита. Только для того, чтобы посмотреть, насколько этот пистолет контролируем или не контролируем на таких более-менее скоростных переносах. То есть вот сейчас самое, что ни на есть, самооборонная такая ситуация. Я сейчас не буду доставать там из кармана, там где-то из сумки. Это сейчас мы отдельно про кобуры поговорим. А просто, и таймера, к сожалению, у меня нету. К сожалению, я не могу сейчас оценить под таймер в цифрах скорость спуска, скорость сплитов. Но тем не менее, что-то похожее мы попытаемся изобразить. И посмотрим, как этот пистолет поведет себя при такой более-менее скоростной стрельбе. Печная труба. Это не значит, что пистолет плохой. Это, возможно, я пережал. Ладно, стреляем в семью. Ну, честно говоря, я уже сейчас боялся жать на спуск толком, потому что думал, опять будет печная труба. Потому особо расплитовать не получилось. Так, где залепки? И на его же фоне берем Ford. Спуск непривычный, потому вот эти проблемы, которые связаны с такими невнятными сплитами, скорее всего, связаны с тем, что я не привык к этому спуску. Заряжаем Ford, стреляем, смотрим. Вот магазин. Ну, идем. С фортом, конечно, привычней. Привычней, контролируемый. Но это тут же сказывается и на качестве попадания, это видно, да? Ну и короткое резюме. Итак, короткое резюме после настрела, после прострела. Настрелом это назвать нельзя. Впечатление о пистолете. Имеет ли место быть такой пистолет на рынке Украины, на рынке травматического оружия? Почему нет? Пистолет, в принципе, работоспособный, нормальный. Но сказать, чтобы в нем есть какие-то выдающиеся моменты, я не могу. Во-первых, есть вопрос к диаметру канала ствола, потому что он здесь явно маловат. Это очень хорошо чувствуется. В отношении контроля отдачи он бодается значительно сильнее, чем, к примеру, известный Ford последних выпусков. Из приятных моментов. Спуск, ну, если стрелять, скажем так, на точность, да, там, условно на точность, он оказался достаточно неплохим. Короткий спуск с хорошей такой четкой ступенькой первой и коротким срывом, и достаточно коротким рассетом. Позволяет стрелять достаточно точно. В сплитах вот это положение рукоятки, возможно, я просто к нему не привык. Это положение рукоятки и, наверное, отсутствие уверенности в том, перезарядит или нет, не позволяет показать какую-то скорость. Как это скажется в самооборонной ситуации, не знаю. Спорный момент снятия, алгоритм снятия пистолета с предохранителя. При очень удобной затворной задержке, вот рычаг затворной задержки здесь, такое снятие с предохранителя, ну, движение вверх, оно в конечном итоге заставляет стрелка расслабить руку, расслабить хват, выполняя вот это движение. И вот, когда мы повторно формируем хват, у нас уже здесь появляется определенный элемент ненадежности. Особенно, если этот хват двуручный, вот, к примеру, мы вытягиваем пистолет
из кобуры и пытаемся снять с предохранителя. Здесь у нас уже все расслаблено. Потому это, я считаю, минусом. Прицельные приспособления достаточно такие, как бы широкие, большие. Сказать плюс это или минус не могу, это, наверное, вопрос привычки. Например, на Глоке широкие прицельные приспособления я не люблю. Мне пришлось их менять, потому что это неправильно. Для травмата, наверное, это несущественно. Достаточно такой какой-то непривычный магазин. Ну, это тоже вопрос, скорее всего, привычки. Усилие спуска при самовзводе, оно огромно, и оно способствует срыву первого выстрела и, конечно, скорее всего, промаху. А в руках неопытного стрелка 100% промаху в условиях там, первого выстрела с кобуры и вот в каком-то несформированном хвате. Поэтому, к примеру, этот момент я считаю не совсем удачным. На его фоне Форд выглядит более эргономичным, более понятным и простым пистолетом, а возможно просто более привычным, потому что все-таки я стреляю из Фордов, при том, что я не являюсь фанатом марки, я так откровенно говоря, но я не могу не сказать, что мне этот пистолет, к примеру, на фоне Шторма показался более привычным и более контролируемым во всех смыслах. Потому резюме. За те деньги, которые просят за Сафари, он своих денег стоит. 14 с копейками тысяч. Это чуть менее $600. Он своих денег, безусловно, стоит. Перспективы этого пистолета, не могу сказать, что они радужные, в таком контексте, что прямо он получит широкое распространение Аки Форд и займет его место. Нет, но свою нишу этот пистолет, скорее всего, завоюет. Как поступит компания с дальнейшим этим пистолетом, вопрос не ко мне, но если они сделают определенные выводы и кое-что в нем поменяют, то в том числе, о чем мы говорили, мы можем получить очень серьезный конкурентный продукт на рынке Украины, тем более, что рамка здесь фрезерованная, а многие сейчас фапают на эту фрезерованную рамку. К примеру, я лично в условиях использования сертифицированного боеприпаса ничего суперового в ней не нахожу. Вот, потому что я не использую несертифицированный боеприпас, даже противозаконно, к слову, да. Потому его надо рассматривать вот как есть, и в формате еще один нормальный травматический пистолет с оговорками. А как новое вияние или революционное оружие, скорее всего, нет. Покупать ли такой пистолет? Наверное, это уже вопрос не ко мне. Если у вас нету 15 870 гривен на сегодняшний день на Форд, а есть только 14 700 гривен на Шторм, вполне в этот пистолет можно купить. С учетом скидки это еще более интересная цена. Но если бы я лично покупал себе травматический пистолет, я бы обошел вниманием и 17-й, и Шторм в одинаковой мере. Если есть что сказать, и было интересно, или неинтересно, и неинтересно почему, обязательно напишите об этом в комментарии, поставьте ногой палец вверх, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До скорых встреч, пока!